Ядовитая атмосфера. Необходимо выполнить очистку. Марк Ламия, начальник группы техников, сообщение от 1 ноября 2145 года. Я нахожусь в полном возмущении из-за вопиющей некомпетентности персонала, с которой мне приходится иметь дело. Я не знаю, где отдел кадров набирает этих людей, но последние пятеро перевернули все мои представления о границах человеческого идиотства. Они ничего не могут сделать в срок. Мне постоянно приходится за ними присматривать. Они медленно работают. Они не следуют ни одной из установленных процедур. Они даже не способны запомнить то, что я им говорю. Например, они постоянно забывают коды замков. Мне пришлось сменить коды всех шкафов в зоне на 1, 2, 3, в надежде, что они хоть это запомнят. Но они все равно забыли. Я не понимаю, почему отдел кадров не может прислать мне нормальных людей. Я требую права свободно распоряжаться наймом и увольнением моих подчиненных. Только так я смогу нормально управлять своим отделом. Конец записи. Содержание газа понизился на 50%. Содержание токсичных газов в норме. В зоне утилизатора можно работать. Солдат, ты что копаешься? У нас потери. Группа «Браво» едва держится. Thank you.
Thank you.